Итак, всем привет, дорогие подписчики. Такой второй видосик, быстренько, да? Догоночку. А, в общем, строительство замка, типа, начало. Я особо говорить, просто говорить не буду, точнее, вот. И будем просто строить, да, и, как говорится, потом в итоге посмотрим, что же получилось. Thank you.
Так, ну, в общем, я тут строил, строил, строил. Да, и в итоге не хватило. Не хватило, немножко, в общем, камней не хватило. В общем, здесь вот стены поставил. Ну, такая будет довольно-таки очень прикольненькая, я надеюсь. Вот сейчас пытаюсь чудика одного к себе, так сказать, переманить. Но, блин, что-то бодается и не хочет. Бодается и не хочет. Но мы сейчас попробуем его. Да, слушайте, много что-то до этого записывал, а в итоге... В итоге, блин, забыл в этот звук включить. Ладно, бывает такое, видите, опять же не хочет. Это там, в общем, что-то ему не нравится. Возможно, опять же, я что-то понажимал и возможно, да, возможно, что-то я ему сказал, типа, или пообещал, да, и не выполнил, и поэтому, собственно говоря, он и ждет, когда я все это выполню. Ну, блин, давайте вот этот колем. В общем, долго приходится вот болтать, плюс он сейчас, скорее всего, отметочку даст, кто-то тут клоуд какого-то надо. Да, скорее всего, наверное. В общем, надо к ней. То ли опять же к нему, да, нужно вот к этим вот хайти, что-то с ними, да, решать. И, возможно, тогда они как бы присоединятся. Либо, может быть, они просто, да, просто рассказывают, да, и нам, в общем-то, от этого ни холодно, ни жарко. Ну, с учетом того, что мы туда сейчас все равно не пойдем. Да. Вот, и давайте сейчас немножко я ускорюсь, постараюсь сделать. Во, Мария, вот прям ловил. Давайте попробуем его сейчас. Если он не придет, ну, значит, не судьба. Ну, давайте еще вот так вот. Ну, давайте еще вот так вот. Ну. Нет, все, я уже тебе устал с тобой разговаривать. Во, все, он присоединяется, отлично. Да, теперь он с нами. Моя это. Вот, а я быстренько ускорюсь. Слушайте, ну, блин, конечно, долго все это делается. Ну, а что, тут всего-то у нас 7 человечков. И они ж пока это все хорошо, эти приходят визитеры, они немножко помогают. Да, плюс еще с камушками немножко проблема. Так, причем даже не немножко, а много проблем с камушками. Если бы их так сразу же бы надыбыть кучу, но не получается. К сожалению. Так, ага, в общем, я, наверное, вот эту область всю и зафигарим, да, плюс вот это нужно еще зафигарить, пока не делают. Так, по поводу верха, слушайте, верхний этаж я пока еще не так, чтобы продумал. Ну, давайте немножко такое сделаем. Опять же, если будет, ну, это типа потолок, а? Вот, и зато не будет мокнуть ничего. Хотя пол будет мокнуть. Опять же, в этой игре не особо, да, все это важно. Так, соответственно, это мы все будем вырубать. Да, выросли деревья. Я так понял, что я зиму пережил. Наверное. Да, что-то мне показалось, что я вроде как зиму пережил. То там такие, знаете, белые какие-то шлепки были. Ну, я так понял, что это зима, скорее всего. Так.
Это наши буренки, а нет, это кто-то из посетителей, да, эти пришли, торговцы, и они вот предлагают типа на продажу, но у меня, я сейчас купил немножко, немножечко всего она покупал, и я пока что, наверное, да, пока что повременил. Может, конечно, сюда сходить, вот этих собрать, да, собственно говоря, камни, чтобы они не копались. Вот, и как бы идея у меня была, что, ну, соответственно, балкончик, да, потом, даже, слушайте, наверное, в два ряда, скорее всего, пойдет стена, ну, такие высокие этажи будут, хотя они вроде бы... Хотя вроде бы в один, да, умещаются. Да. Может, конечно, еще башню какую-то соорудить. Но туда, скорее всего, да, нужно будет делать именно как защиту, но ее нету. То есть, скорее всего, это еще будет что-то открываться. Ну, всякие лампы, да, там, ну, вот сейчас лампы у нас всякие открытые, подсвечники. Но потом я, скорее всего, так понимаю, что откроется некая штука, которая, кстати, плавильня. Плавильня, плавильня, давай-ка ты сюда. Вот, и что-то новое будет, да? Непосредственно. Вот, что-то там он... Что ты там... Да, ну понятно, ну хорошо. А чем я тебе могу помочь? Не совсем понимаю. Вот, что-то им нужно, но я сейчас разбираться не буду. Да вот, тем более они вроде бы как... У них сейчас перерыв до 3 часов. Ну, сейчас вот часу до двух, до трех, точнее, да, сейчас вот до трех у них перерыв, потом они начинают снова там гореть, строить. Вот, и как я уже говорил, собственно говоря, будет здесь у них на втором этаже будут комнатки. У каждого, наверное, своя. Опять же, либо в одну, наверное, в одну, да, на стеночку, я думаю, хватит им. Вот, и единственное, что, да, вот так вот, да, наверное, и здесь комнаты. Или как-то под, или по-другому. Что тебе надо? Ну иди, заходи. Да. В общем, надо подумать, либо с этой стороны, либо с этой стороны. А, с этой не получится, потому что лестница, да? Но лестницу это недолго убрать, да? Переставить. И, наверное, может быть, даже с этой. Ну, опять же, какие-то вещи. Ну, коридоры, да, ну не просто одна штука такая, ну одно, а, наверное, несколько, ну, чтобы два, две клетки, наверное, да, это типа коридор будет, такие большие, так, вот, ну и надо в конце там, место, ну, там не комната, а там просто будет по башне, хотя, опять же, да, нужно дождаться, что там откроется. Да, ну, по крайней мере, первая такая будет, да, пока такая будет, такой вариант. Я единственное, что крышу сразу вот, ну, на эту ставлю. Там можно было бы, конечно, потолок здесь сделать, но каждый раз переключать не хочется. Да. На, Крамер, а чё ты не, а чего ты не хочешь переключаться? О.
Да. Ну, видите, уже почти. Это вот уже прошло, наверное, часа два. Я не знаю, это про. Ну, блин, да, часа два уж точно, наверное, прошло, не больше. Вот, а само видео выйдет, наверное, ну, минут 15-20, может, ну, полчаса, может, самое большое. Так что вот такая вот система, ну, довольно-таки прикольная, но она, опять же, я не говорю, что это супер-пупер, да, но она затягивает. То есть ничего особого как бы не проходит, и таких я вот знаю две, Stars Stone Heart и там еще, я вспомнил еще про одну игрушку, была такая же, тоже я на канале как-то выпускал видео, тоже такого же плана, что ты строишь поселение, и на тебя периодически разбойники нападают. Ну, здесь типа из ада, а там разбойники нападают. Если, честно, не помню, как она называется, если во время, так сказать, заливки видео я вспомню, может быть, здесь какая-то выскочит подсказочка. Вот, ну, а так, в общем-то, я думаю, те, кто уже давно подписан, уже, как говорится, да, поняли, о чем я веду речь. Так, ну и, собственно говоря, да, нам нужно мяско, а мяско очень желательно, потому что, ну, блин, потому что очень желательно, потому что вот у нас еды очень мало. И плюс еще, да, у нас не сезон всяких вот этих вот, да, собирательств. Хотя вот это вроде бы, да, вроде бы этот тыквочка должна расти. А так что вот такая вот получилась серия, ну, эпизод, даже не серия, тут, скорее всего, эпизоды такие маленькие, вот, и непосредственно жду ваших комментариев. Ну а на сегодня все, пока, с вами был я, Мастер-Проектор-1, лайки, дизлайки на ваше усмотрение, как всегда, ну и играйте только в хорошие игры, пока-пока, не переключайтесь, мы с вами скоро увидимся.